У вас видео со звуком будет? Просто VLC запускаете. Видео, так говорю, будет со звуком или нет? Без звука тогда все отлично. А, то есть все плохо. Нет. Есть альтернативный вариант, я видос гоню отсюда. Он попадет в колонки. Ну вообще-то не очень сложно, но. Слышь, Стас? Я видос могу сам запустить. Колонки, слышно? Слышно, да, но говорю, я могу запустить его отсюда. И на проекторе в колонки сразу. Давай так сделаем. Я правда запишу, но я потом смонтирую, ладно. Ну да. Ну просто параллельно запустишь там и там. Ну, когда ты увидишь, что он начнет запускать видео, ты запустишь у себя. Да просто сказать, что врубил бы и все. Скажу, господи. Ну, в принципе, звук, черт, проверим на всякий случай. Вроде ничего был. Скиньте только мне файл сюда, пожалуйста. Эй! Постойте. Вы скопировали все презентации и видео себе на флешку. Верните ее обратно. За второй день. Я не знаю, какой это сделали, но вы сделали. Верните флешку. Вы скопировали презентации за второй день себе зачем-то. Не должны, но вот сделали. Да, ну там нет. Я не против, чтобы вы скопировали, но я против того, что их теперь нет. Куда их делали? Прикольно. Сейчас нет.
Вот смотрите. Ага. D2 скопировали, D3, все нормально, нашлось. Я испугался, конечно. Так, все, ваше видео здесь. Итак, давайте после нашего обеденного перерыва продолжим работу нашей конференции. У нас произошло небольшое смещение двух докладов, поэтому я думаю, мы постараемся уложиться в наше отведенное время, вот, и закончить даже пораньше сегодня нашу часть конференции. Несколько комментариев, замечаний. Значит, мы распечатали участникам диплома конференции, у диплома участника конференции. Если кому-то такой диплом нужен, мы их положили вот здесь вот на столе. Правда, мы не вписали фамилию докладчика и тему. Мы предлагаем вам сделать это самостоятельно. Вот. Главное, что есть диплом с подписью и с печатью. Итак, наш первый доклад Диденко. Использование свободного программного обеспечения на уроках по созданию веб-документов в колледже. Ну, на собственном опыте. Это у нас Щелковский колледж. Денис, пожалуйста. Хочу немножко рассказать предысторию, пока сейчас запускается презентация. Мы в этом году, в прошлом году, в 2019, проводили всероссийский конкурс для педагогов школ, техникумов, колледжей по внедрению в учебный процесс нашей операционной системы. Вот у нас порядка 100 докладов, 100 описаний опытов было прислано. Мы отобрали наиболее нам показавшиеся интересные с огоньком, скажем так, да, и с многолетним опытом работы с Linux. Вот как раз Диденко был у нас один из победителей конкурса. Ну, а сегодня у него в продолжение немножко другой доклад, не по теме конкурса. Там кнопочку надо нажать. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Щелковский колледж, государственное профессиональное общеобразовательное учреждение Московской области. Ну, в частности, структурное подразделение номер 8. У нас колледж после объединения содержит в себе 8 структурных подразделений, но я думаю, что как у всех. Это колледжи или бывшие училища. Вот. И ну, на своем опыте, у меня 9-летний опыт работы с Alt Linux, ну, с Alt и другими системами, ну, как бы я вот начинал с Alt еще с версии 4, и вот в конце пришлось перейти на 8,
потому что у нас, ну, как-то вот я его на время забыл, а потом оказалось, что он достаточно шустро работает на наших очень и очень стареньких компьютерах периода выпуска там от 2003 до 2010 года. Мой доклад называется «Использование свободного программного обеспечения на уроках по созданию веб-документов в колледже». Я в колледже веду данный модуль создания веб-документов. Вот, кстати, отвечая сразу на вопрос по поводу там, часов практических. И да, просто дело в том, что мне кажется, вопрос был вообще не по адресу. Это вопрос к методистам, которые разрабатывают учебные планы. У нас, например, по учебному плану, вот я веду еще информатику, и по информатике из 100 часов предусмотрено 80 практических. Точнее, они даже называются лабораторно-практические занятия. В кабинете находятся два преподавателя, и вот они как бы вдвоем ведут лабораторно-практические занятия. Ну, вот таким образом это реализуется, а при чем здесь ребята, я не могу понять. Это даже не к преподавателям вопрос. В моем докладе, ну, вот мой опыт работы с 10 по 19 год. В принципе, могу еще дополнить, что я дома использую Linux, и у меня жена использует Linux, и ребенок, и дети пользуются Linux. Дети, правда, Windows не видели, поэтому сравнить не могу, но тем не менее, вот у всех получается нормально, никто нет, вообще не жалуется. Более того, даже они говорят про некоторые плюсы. Ну вот жена, по крайней мере, она занимается немножко так фрилансом, и у нее там проблем не возникает. То программное обеспечение, которое мы используем вот по разработке HTML документов и CSS, это CiaMonkey, Bluefish Editor, GIMP для разработки дизайна самого сайта. Composer, ну Composer в последнее время он уже не поддерживается, мы уже его не используем. И, ну, естественно, LAMP. Ну, CiaMonkey, сразу могу сказать, это для тех студентов, у которых очень плохо с кодом, чтобы они хотя бы что-то могли выполнять, он позволяет, там есть такое приложение «Компоновщик», это браузер, да, в нем есть несколько приложений, и меня интересует именно «Компоновщик», который в простом режиме, правда, версия HTML там 4 поддерживается, но вот он позволяет в визуальном режиме набирать сайт, потом можно перейти в режим кода и посмотреть, что получилось, он и кодировку ставит, то есть всем требованиям отвечает, ну, на минимальном уровне. Bluefish Editor, а на мой взгляд, вообще отличный редактор для веб-разработки. Я и сам, как бы, не только в колледже, но и в рамках такого фриланса, бывает, делаю заказы. Вот с помощью Bluefish Editor мне его очень хватает. Во-первых, он делает чистый код. Ну, единственное, там быстрый старт нужно подчистить, но делает основной код. Очень хорошо у него это получается. Ну, свободная система. Ну, единственное, там при установке на Windows есть некоторые нюансы. По крайней мере, я не специалист, но могу сказать, без до установки библиотеки GTK он не запускался вот на Windows. На Linux вообще проблем нет. Вот. И, ну, всем известный редактор GIMP, я не вижу смысла про него рассказывать. Ну и Composer практически такой же, как CiaMonkey, то есть позволяет в визуальном режиме получать какой-то результат. И, естественно, сервер LAMP. Так. Остальное ПО, которое мы используем, программу Vion или вот как в альт-образовании это Italk, Inkscape, векторный редактор, LibreCAD. Ну, такая очень простенькая замена AutoCAD. MonoDevelop. MonoDevelop мы недавно стали использовать, только на начальном уровне, поэтому ничего не могу сказать. Интерфейсы, первые впечатления мне понравились. Не знаю, как будет в дальнейшем. Ну, естественно, Кумир, LibreOffice, либо VPS. Но VPS мы в последнее время отказались. LibreOffice, он лучше взаимодействует с Microsoft, и вот в VPS есть проблемы. Хотя вот презентации, которые VPS делает, мне очень нравится. Ну, там и еще плюс VPS лицензия, насколько я понял, она не совсем для образовательных учреждений в бесплатном режиме подходит, если я не ошибаюсь. Ну и файловый менеджер FileZilla. Система дистанционного обучения, ну как я уже тут в комментариях говорил предыдущим оратором, цифровой колледж Подмосковья, в принципе, вот по всей области он действует.
все учреждения его кто-то своим желанием, кто-то, так сказать, из-под палки его внедряет. Это платная система, написана на 1С Bittrex. Я не могу сказать, почему разработчики выбрали 1С Bittrex. Я уже говорил, что функционал достаточно в администраторской зоне бедный, хотя нарисован он очень красиво. И еще вот он использует активно флеш, тоже вот, на мой взгляд, не совсем хорошо. Если я не ошибаюсь, там Google, например, постоянно выдает сообщение, что поддержка флеш будет прекращена. Но не знаю, каким образом будет справляться. И я лично использую LMS Moodle для своих нужд. Мне она в администраторской зоне, мне она нравится намного больше. И тут я о ней слышал много негативных отзывов. Я сказать не могу. То, что я использую, то, что я вижу в ней, мне очень сильно нравится. Да, конечно, шаблон там может быть не такой красивый, но зато он очень удобный. Ну, браузер Siamang, как я уже говорил, на данном скриншоте это вот этот компоновщик представляет из себя вот такой вид. Здесь видны HTML-контейнеры, теги. Это средний вариант. Есть еще обычный вариант, который представляет, ну, просто нарисованный, то, что мы увидим в браузере. И есть еще вариант кода. Можно в коде посмотреть, что получается. Для ребят с низким уровнем, ну, обычно это девушки, не, там, не какой-то шовинист, но вот как-то девушки традиционно больше, вот, у них проблемы у большинства с кодом, и поэтому Siamang для им достаточно нравится. Они вообще удивлены, что вот есть такой вот простой и удобный редактор. Bluefish, о котором я говорил, очень удобный редактор. Кстати, вот тоже отличие от Windows и Linux. У него он реализует подсветку кода сразу, без сохранения. Вот видите, да, тут, если видно, в заголовке файл еще не сохранен. А вот Windows нужно сохранить, чтобы пошла подсветка. Ну, здесь изображен быстрый старт. Вот видите, там строчки с упоминанием Bluefish, которые при формировании быстрого старта можно удалить, а дальше все чистенько. В отличие от некоторых даже платных аналогов. Ну, не знаю, меня он устраивает полностью. Еще мне очень нравится в нем функция поиска и замены полностью по диску в целом сайта. Можно это делать. Очень удобно. Я и с Joomla работаю в локальной версии, если мне нужно что-то подправить в коде, да, то есть используя Bluefish Editor, ну, у меня никаких проблем лично не возникало. Так что вот советы очень. Ну, вот здесь, да, описаны отличительные черты Bluefish, чистый код, быстрота, поиск и замена. И автодополнение, кстати, тегов, что тоже очень удобно, потому что ребята в блокноте постоянно забывают закрывать теги. Хотя я им постоянно говорю, ну, проверьте, что вы сразу делаете там открытие и закрытие, а потом внутри набираете. Но они постоянно забывают, и лишь единицы может быть, а вот с Bluefish этих проблем не возникает. Веб-сервер LAMP, который включает в себя, ну, Linux, естественно, Apache, MySQL и язык PHP. Вот скриншот с страницы сайта, которую ребята делают в GIMP. То есть, ну, да, обычно с традиционной для этого используют Photoshop, но вот GIMP, в принципе, на мой взгляд, тоже можно использовать. Более того, ну, я считаю, что некоторые моменты более понятны, как они происходят в GIMP, из-за того, что, ну, приходится разбираться. В фотошопе они непонятны. Например, такая вещь, как альфа-канал. Вот это понятие, человек начинает понимать это в гимпе, что есть это. Потому что в фотошопе это по умолчанию, и у него как бы вопросов вообще не возникает, что это такое. А так вот ему хочется понять, а что это такое. И тогда он начинает понимать вот смысл вот этого всего. И файловый менеджер FileZilla, я считаю, что это он достойный аналог даже платным аналогом, и, ну, на мой взгляд, он во многом даже лучше, да, он во многом даже и превосходит. Italk, здесь представлен скриншот. Ну, могу сказать, что вот Vion, его следующая версия, она мне понравилась больше. Там вот есть возможность передачи файлов на рабочие столы студентов. Вот в Italk это еще не реализовано, Italk это как бы предшественник Vion. Но, тем не менее, вот, все равно программа очень удобная.
Особенно, извиняюсь за такую прозаику, когда в конце дня все время студенты забывают выключить компьютер, я могу выключить это прямо отсюда, сразу весь класс, что очень удобно. Или включить можно, то есть можно настроить BIOS на включение от Vion, это тоже можно делать. В учебном заведении, ну конкретно в нашем подразделении, используется в качестве сервера CentOS, а в других подразделениях и в головном колледже используется Ubuntu в качестве сервера. Могу сказать, ну вот мы недавно, я всего лишь год в структуре Щелковского колледжа, до этого у нас был Красногорский колледж полностью на Windows, и сервер был на Windows, и в этом сервере были постоянно проблемы, он постоянно вылетал, и локальная сеть не обнаружилась здесь, в CentOS один раз была проблема, он как-то криво обновился, ну просто я откатил ядро назад, вот все, и проблема исчезла. Так, извиняюсь, не туда нажал. Выбор операционной системы в конечном итоге у нас, я, честно говоря, вот обнаружил с удивлением для себя, что Alt образование без запущенного браузера в рабочем окружении XFCE занимает около 200 или вообще 192 мегабайта. Я сейчас могу ошибаться, или 256, или 192, что-то вот в этом роде. Что меня несказанно удивило, поэтому вот в итоге это было одним из моментов, которые нас порадовали. И второй момент – это наличие там по умолчанию языка Кумир в остальных системах. Ну, там, например, вот у нас когда было Lubuntu, пробовали использовать, долго искали дистрибутив, нашли два деп-пакета на сайте Ubuntu, кажется. Вот. Но они все равно, там не было некоторых элементов. В альт-образовании 8 там все элементы присутствуют. Кстати, в альт-образовании 9 там какие-то элементы выпилены почему-то. Но я думаю, что это основной разработчик, не вина этого альт-образования. Я сейчас какие-то простенькие, я не помню названия, мы их не используем, но, по-моему, там кузнечика не было, что ли, или черепашки, да-да-да. Но все равно мы в основном используем робота, так что как бы проблемы как таковой не было. И дистрибутив заточен, на мой взгляд, непосредственно под нужды образовательного учреждения, то есть поставил и забыл, то есть из коробки там есть все. Ну а уж если чего-то нет, можно из репозитариев установить. Кстати, вот установка в основном из репозитариев очень хороша тем, что ребята не имеют возможности что-то установить сами. То есть только проверенное, только чистое программное обеспечение вот в этом плане отлично. Ну и даже обычный пользователь, да? То есть обычный пользователь не установит что-то стороннего. Соответственно, здесь отсутствие необходимой постоянной борьбы с вирусным программным обеспечением. У нас две системы используются на сегодняшний день, и Alt-образование, но до этого Ubuntu использовалось, и Windows. Могу сказать, что на виндусовских компьютерах постоянно приходится или баннеры рекламные различные убирать, которые студенты допустили в браузер, или что-то скачали они, что устанавливается без администраторских прав, или еще что-то. В Linux этих проблем нет и не было вообще. Да, и вот я еще хотел сказать, что для студентов полезно знакомство вот в рамках именно веб-документов, полезно знакомство с файловой системой, потому что когда они размещают сайт, проект свой на удаленном сервере, для них, тех, кто на Windows воспитан, да, у них новинку, а что это за файловая система, как она устроена, как она работает, потому что большинство в основном под управлением Linux или Unix подобных систем, если я правильно понимаю. Вот. И стоимость обеспечения проприетарного достаточно высока. Могу привести пример. К нам как-то приходил сотрудник прокуратуры с проверкой. Вот он попал как раз в мой класс, слава богу, линуксовый. И он был очень удивлен. Он просто не знал, что это такое. Ну, пришлось ему распечатанную лицензию показать, что у нас все чисто. Он как бы пришел с намерением выписать штраф.
Потому что в колледжах, как правило, большие проблемы с лицензионным программным обеспечением, в лучшем случае Windows лицензионное, а все остальное, ну, это в лучшем только случае. Как правило, в подмосковных колледжах с этим проблемы. Вот. И наш, ну, вывод моего по результатам доклада, что Alt Linux образование достаточно успешно себя зарекомендовал. Большинство используемых проприетарных программ, которые используют Windows, также можно использовать в Linux. Ну, я имею в виду их аналоги. Да? Все то, что мы реализуем в рамках образовательного, особенно общеобразовательного процесса в Linux, реализуется, на мой взгляд, замечательно. Каких-то проблем я не вижу. Все остальные проблемы, по-моему, они вообще пользователями надуманы. И в условиях образовательных, государственных образовательных организаций, у которых достаточно скудный бюджет, а с другой стороны обязаны соблюдать лицензионное законодательство, все это позволяет решить вопросы не только финансового, но и учебного характера. Спасибо. Давайте поблагодарим Дениса, что он вложился в свой регламент, а Андрея Черепанова, как мантейнера альт-образования, за то, что он слушает обратную связь от конечных пользователей и помогает альт-образованию становиться лучше. Ну, могу сказать, что мое знакомство с Linux началось именно с этого человека. Вот, еще когда были старые версии Alt Linux, я просто на сайте видел именно. Чаще всего появлялось это лицо, которое отвечало на вопросы. Ну, для меня тогда это было в новинку, и часто я обращался именно к Андрею. Так, давайте, вопросы есть? Только вопросы, да? Вот вопрос такой очень конкретный и очень короткий. Вот чем Blue Griffon не понравился как замена композера? Я с ним вообще не знаком. Тут тоже развитие НВО, так же, как и композер, прямой наследник. Ну, я то могу... есть фактически ребренд. А, я могу сказать, что композер, как сиаманки, я с ними, я их использую только для тех ребят, которые... которых плохо с кодированием, да, а вот по Bluefish, в основном я использую Bluefish, а поэтому я по поводу Грифона ничего не могу сказать, то есть я увидел Сиаманки, мне понравился, в том плане, что ребятам он подойдет, вот и все. Ну, Сиаманки это просто, как сказать, в одном флаконе, там браузер, почта. Ну да, 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 да. Но я буду иметь Bluefish, вы сказали, да? Ну, просто могу, так сказать, потому что русскоязычный мантейнер и координатор русскоязычных разработчиков просто мой сосед по прежнему месту жительства. И... Хорошо, ладно, буду иметь в виду. Спасибо. Спасибо большое за доклад, а особенно за большую проделанную работу. Скажите, пожалуйста, для понимания контекста, вы сказали, у вас 8 подразделений, да? Как я понимаю, это разные специальности, но программа общая, да? Знаете, вот в основном программа общая и, ну как, может отличаться только по количеству часов. Ну, не вся, понятно, что не у всех программа общая. Например, вот веб-документы, это специальность мастер по обработке цифровой информации. Я понимаю, название достаточно эфемерное. Квалификация у них более понятная, оператор ВМ. А мастер, я не знаю, почему Министерство образования придумало такое название, вакансий по этой специальности нет. То есть, если не будет, ничего не найдут. А оператор ВМ, да, есть предложение. У вас все-таки это отчасти, это не продолжение общего образования? Это нет. А вот курс информатики, он обычный школьный, но мы используем, как бы, ну, в обязательном порядке, это уже так в принудительном, вот я упоминал уже цифровой колледж Подмосковья, там курсы, то есть с ними можно знакомиться, отвечать на тесты, выполнять лабораторные, можно вебинары проводить, только вебинары пока что как-то у них криво реализованы, то есть мы проводили, но в результате мы проводили на YouTube, через YouTube. Вот. И там, что удобно, что выложен курс, есть программа, то есть можно этой программой пользоваться, и это разрешено. Вот. Единственное, что может быть, подправить по количеству часов. Допустим, у нас есть специальности, у которых, допустим, информатика 120 часов, точно так же называется, или там информатика у строителей, да, и вот там как бы приходится некоторые моменты, если нет соответствующего курса в цифровом колледже, переделывать под строителей. Во многом приходится выдумывать, информации нет.
чем отличается информатика у обычного и чем у строителя. Ну, фактически вам нужна методическая помощь. Да, 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 да. То есть цифровой колледж это реализует в той или иной степени, но пока что слабо. Ну, может быть, впоследствии будет лучше. Здравствуйте. Я немножко с критикой выступлю. Значит, вы, по идее, должны преподавать будущее каким-то образом школьникам, чтобы они были готовы. А вы явно преподаете прошлое. Значит, как была история вот HTML? Вышел HTML 1, 2, 3, 4, потом был 10 лет перерыв, и потом появился HTML 5, вот не так давно. Ну, лет 5, наверное, уже как. Ну вот, за этот перерыв огромный вот появился этот самый ламп. Вы два раза сказали, естественно, ламп. Это совершенно неестественно. Этот самый ламп – это чушь собачья. Вот, ну, прошлое. Значит, есть классический сайт, классическая книга, классический сайт, там слово dive, нырять. Dive into HTML5, кажется, он называется, я не помню как. Вот откройте его, и там есть разделы. И вот прямо по разделам надо детям преподавать хотя бы представление о том, что такое HTML, понимаете? Вот именно это. Хотя бы рассказать им. Ну вот, ну я бы вместо PHP там поставил Node.js, например, скажем, и все. Один только Node.js, вот этот сайт, по которым разделам, прочитать его. Давайте мы на кофе-брейк дискуссию, вы друг друга найдете. Я просто хочу сделать замечание, что человек преподает прошлое, а не будущее. То есть крайне резкая критика. Я могу сказать, ответить сейчас быстренько на вопрос. Они из школы, те ребята, которые приходят в колледж, они приходят нулевые. Они даже о начальном уровне HTML вообще не имеют понятия. Это те, кто приходит к нам. Основная часть, там процентов 90. Исключения бывают. Никто в Кумире не работал. Некоторые говорят, я не знаю, может они врут, они говорят, что у них информатика заключалась в том, что им фильмы показывали, преподаватель уходил. Не врут. Давайте врут. Следующий может вопрос. Может быть, да. Здравствуйте. Как это выглядит? У меня такой вопрос по поводу ваших студентов. Есть ли примеры студентов, которые в целом заметили, что у вас стоит СПО, а не Windows? То есть что им вообще по поводу этого говорят, говорят ли, и как они на это реагируют? Меня интересует, помимо того, как это в целом происходит, в общем, что вы замечали, есть ли студенты, которые, допустим, попробовали написать коммит, или есть ли студенты, которые хотя бы просто зашли на сайт, на какой-нибудь форум, какой-то программы и сами попытались что-то сделать, или предложить улучшение, покритиковать, чего не хватает этим свободным программам? Ну, из всех ребят за все время попался один человек, вот сейчас он учится, но у него есть мотивация. Я не говорю, что у него есть определенные знания, у него есть мотивация, вот ему, он желает изучить Java, так и находит информацию по ней, он там дипломную работу по ней выбрал. Я говорю, ну, может быть, зря, потому что это сложно будет реализовать такой проект. Ну, вот. А все остальные их интересуют в первую очередь, ну, я, может быть, слишком на таком низком уровне говорю, но интересует Counter-Strike, поэтому их Linux в этом плане немножко не порадовал, но зато, когда у нас стоял Ubuntu и давно, вот где-то пару лет назад, и Windows, они вначале возмущались, а потом пробовали Windows. И потом обратно возвращались на Ubuntu, потому что компьютер дико тормозил под Windows. А потом в дальнейшем у них там затруднений не возникало. В основном затруднения возникают у преподавателей, как ни странно. А у ребят затруднения, да. А вот, например, виртуалки не ставили, чтобы работать с каким-нибудь фотошопом, у нас нету свободных аналогов? Чтобы поставить Photoshop, надо еще сначала купить лицензию на использование Photoshop. Нет, там даже дело не в этом. У нас компьютеры были, вот нам сейчас месяц назад поставили новые, а до этого компьютеры, на которых 512 мегабайт оперативной памяти, какой-то виртуалкой, Photoshop, это ни о чем вообще. А я вначале думал, да, я думал, вот почему так плохо у нас все, а пришел в другие структурные подразделения, там компьютеры еще 98 года, я думаю, оказывается, можно что-то с чем-то сравнить, и тогда уже результаты будут мыслить совершенно другие. Спасибо. А, кстати, насчет Counter-Strike, вы попробуйте заинтересовать, там Counter-Strike можно плагин написать, то есть я направлял форумы, вот люди играют, пишут на питоне с распознаванием, то есть там они там кого-то мочат, читает экран из игры, вытаскивает информацию, подсвечивает этих фрагов, кого стрелять, какую-то инфу пишет, там дофига всего можно написать, очень даже интересного.
Еще я, поскольку сам Java преподаю, студентов часто просто удивляет очень сильно, что там тот же Minecraft написан на Java, для него можно моды для Майнкрафта писать. И когда я им говорю, что вот Java это там модули Майнкрафта, они говорят, вау, что так можно было? Ну и мобильные приложения сейчас тоже можно их включать, как бы, или ссылаться, по крайней мере, на них. Спасибо. У нас еще хочу сказать, что у нас программа очень стандартизирована, и поэтому шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте, и Java не предусмотрена, программа вообще никакой. И вот тоже существенный момент, как бы будешь заниматься самодеятельностью, это будет проблема. Итак, опять вернулись к вопросу стандартизации, да, к вчерашнему дню. Давайте перейдем к следующему вопросу. Да, аплодисменты, все. Спасибо, Денис. Федосов Маркушевич Краснов есть? В зале присутствующие докладчики есть? Нет, да? Тогда следующий доклад Шишунов. Использование свободного программного обеспечения в образовательной организации на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста». Тоже пока, Иван. Да, хорошо. Да, да, как-то так получилось. Вот, а тоже наш участник конкурса тоже вошел в число победителей, но вот с октября месяца им подкинули такую радость в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», который называется «Точка роста». Вот небольшой такой опыт за три, наверное, месяца, да? В сентябре. Почти полгода. Добрый день, меня зовут Шишунов Иван Викторович, я являюсь учителем информатики Квашонковской школы Талдомского городского округа Московской области. Наша школа является сельской, в ней учатся чуть более 100 человек. И сам наш городской округ располагается далеко на севере Московской области и в нескольких километрах от Тверской области, поэтому это скорее глубинка, чем какой-то центр. Но от Москвы все-таки далековато. Вот. Ну и в этом году, вернее, уже в прошлом 2019 году, более 2000 школ по всей России стали участниками проекта «Точка роста», в рамках которого в школы поставили новое оборудование, которое включало в себя много вещей, в том числе новые ноутбуки, 3D-принтер, VR-очки, ну и много других вещей. Вот. Ну, допустим, вот как выглядел мой класс информатики, да, наша школа тоже приняла участие в этом проекте, да, и вот нам в сентябре 2019 года отремонтировали класс информатики, и теперь он выглядит так, а наверху, как он выглядел два года назад. Ну, вот еще несколько фоток. Сверху то, что сейчас, а снизу то, что было до. Видно, да, что на заднем фоне сверху там 3D-принтер стоит, дети пользуются ноутбуками-трансформерами. Ну и, в общем-то, что входит в оборудование? Я остановлюсь только на некоторых устройствах. Вот учительский ноутбук-трансформер HP Pavilion X360. То есть у него сенсорный экран. Очень хорошая вещь. В целом очень удобная и производительная. Для учеников есть устройства попроще. Вот их поставили 10 штук. Ноутбуки-трансформеры компании Trio Logic Line. Также там поставляется вместе с ними стилус, то есть можно рисовать, но использовать его, использовать сенсорный экран. Ну, тоже достаточно неплохое устройство по сравнению с тем, что было до. Дальше интерактивная панель Prometheum Active Board. То есть это можно использовать как обычную интерактивную доску, как экран, но также там сзади есть место под вычислительный блок, и как бы она работает как большой моноблок, да, как компьютер, самостоятельное устройство. Но обычно мы так его используем. Вот. Ну и также был поставлен игровой ноутбук Asus FX 505G,
для использования VR-очков. В основном, ну, конечно, другие вещи на нем тоже можно делать. Вот. Ну, как вы заметили или не заметили, не знаю, на всех устройствах установлена операционная система Windows 10 по умолчанию. Вот. Ну, причем здесь СПО. Но дело в том, что вот фотографии 2007 года с 18-й международной конференции в городе Троицк. Вот я на нее попал, так можно сказать, случайно, и на ней впервые услышал про то, что есть СПО, Linux, там OpenOffice и другие вещи. И когда я приехал уже домой, в школу, то начал это все дело изучать и немножко продвигать. Тем более, что тогда я попал в тренд, можно сказать, и тогда вот в школах пытались внедрить, да, СПО повсеместно. В 2010 году все школы должны были перейти на СПО, но эксперимент, как вы знаете, закончился не очень удачно, или, может быть, даже очень неудачно. А в 2012 году в наш компьютерный класс были поставлены 6 ноутбуков с уже установленной Windows 7, то есть если была у нас раньше проблема с лицензированием, то потом она отпала. Но, тем не менее, мне эта тема все равно очень нравится, СПО я имею в виду. И как бы я, моя методическая тема в школе – это использование СПО в образовательном процессе. То есть я параллельно с Windows также устанавливал различные операционные системы Linux, и Light Linux, и Ubuntu стоял одно время. Вот. Ну и как бы когда пришло новое оборудование, я тоже решил пойти этим же путем и установить рядом с Windows еще и Linux. Вот. Ну, в качестве Linux выбран был Alt образование 9, который тоже только что подоспел в сентябре. Вот. Ну и моей целью стало вот такое, чтобы как бы после установки влезал загрузчик Grab и можно было свободно выбирать между операционной системой Linux и Windows. Ну, когда я начал вот, и когда я попробовал установить по старинке, поставить загрузчик так на жесткий раздел, то у меня ничего не получилось. И, честно говоря, я с этим провозился достаточно долго. Вот, ну, все-таки в конце концов разобрался, да, что надо все-таки. Ну, я
результаты гораздо просто получились разные. Вот очки и вот чистые. Так что прошло очень хорошо, все просто работали, заработали деньги. И единственный проблем был в том, что да, я остался грандиться флешку, то система меня несколько не переграла, так что действительно там ничего не делать. Также спросил внести проверочный код. После этого все прошло хорошо, и это обед. Вот. Дальше просто хуже. Аутентичные штуки тоже вроде все установилось, но по факту не заработали по факту сенсоры правы. А причем так, ну и дальше ничего все так и нужно, да, то есть пользуемся помощью информатики, в первую очередь, да, потому что проект точки роста, прежде всего, наверное, не пытается наручить, проект будет, но так как все это есть информатика, то, конечно, есть, если, прежде всего, используется для урока. Ну и тут вот такая табличка сравнения, что я использую, в принципе, и мобильные действия, если я буду занять действия, я их пора использовать. Я использую, да? То есть тоже выбрать, да, в принципе, по каждому разделу, который нужен, да, выведение практических работ, курсии нет, третий школы, то хватает, да, да. В этом образовании есть все, что будет проводить. Вроде проводить. Там есть небольшие проблемы, связанные с программой. Я в классе формат. И во время классных программ, я в классе формат, там даже ученик, да, его можно готовить. Либо не очень, да, чтобы он давал там делал там задачи конференц-таблицы по задачам презентации.
используют правовое компьютер, который где проводится специально для них, выпускаемые и продукты компании Microsoft организации. То есть, например, если человек пришел в лоб, изучал Excel, да, то школа обязана предоставить тот компьютер, где есть контакт с школой. То она, в принципе, для обучения, конечно, достаточно легко. Вот. Но дальше я вижу так, что разделить по разных направлениях. В первую очередь это программирование. Здесь тоже ваше образование все есть. Вот, Scratch для обучения ваш использует. По умолчанию ваше образование Scratch Computer, но вот я хочу, что Scratch 4 тоже есть. Другие истории можно уже сказать. Это очень хорошо, что здесь рядом Pascal, потому что когда я пробовал такой компилятор на джезе для других, например, какие-то буквы, да, или тоже вальс, но не образовательный, поэтому молчание, да, для детей. Ну, и питон тоже, как я говорю, он отображается первый действий. Ну, также у нас в школе 2020 года и вот как деньги план создания анимации в том числе. Вот, также использование принятых типов, использование СПО и все результаты, все уроки, которые также я вкладываю, создавал уроки свои, да, какие-то уроки я брал. Вот все это вкладываю на сайт. Конечно, к сожалению, все ручка заходит, там нужно главное, что принимать, да, но это соответствует и есть и материалы, и наша работа. Вот. Значит, если нет, то что в общем-то создание анимации, вот по понимаю, если программа. То есть по линии самой программы создания анимации, если существует отдельный фоторедактор, да, включить, да, и видеоредактор, называется, как и люди. Или если мы используем электричество, это не факт кредитов, хотя бы свободно, да, это тот, как электричество. Ну и бывает, что электрический редактор, да, можно использовать эту идею. Конечно, раз это не программа, то все это, кстати, в этом году у меня была написана программа для рабочей программы для занятия для создания анимации с помощью школы. Просто она выучена, да, просто ну, последнее управление, например, да? Последнее управление это Виннер-Трос, они участвовали в этом управлении. Мало того, что я могу сказать на эту тему, да, мы поучаствовали. Вот 3D-принтеры мы поставили, значит, для использования 3D-принтера программа такая для создания кода, и там, да, то есть здесь надо будет понадобиться полностью правильно. Я примерно наверное Blender, но он там вот так проектирует, который требуется. Вопросы есть по дырочкам, для робототехники, я думаю, через год я выставлю, как проект начался. Полгода прошло, если вопросы, то просто включу.
Для ноутбука это почти обязательно, если вы используете гибернацию. Если нет, можно действительно без свопа вполне обойтись. Ну вот по поводу SSD-шек, SSD именно, четверть SSD не соглашусь, потому что современные SSD глубоко по барабану это все, они, конечно, может быть, сильнее изнашиваются, но вот прослужат 25 лет, а 24, и глубоко фиолетовый ноутбук помрет раньше. А вот для EMMC дело другое. Вот EMMC, у них и так живучесть низкая, вот для них своп противопоказан. А вот все-таки EMMC есть. Вот тогда противопоказан. Они действительно сильно изнашиваются, и есть риск, что посыпется. У меня прецедент был в моей практике. И второй вопрос, точнее даже уточнение, вот хотел к вашему, кто перед вами выступал, а вот чип Рита мне нравится, вроде бы не менее функциональный и поприятнее, и на кошелек похож. Или просто, что по клипу есть хорошие книжки на русский язык переведенные. И это критичный момент. Не, я согласен, по Риту я точно программу, да, я знаю, что там есть материалы, да, и другие файлы. Опять же, тут все упирается во время изучения, да, если раньше там даже начать клип, я его не уже понимаю, что то при переходе на клип уже время самое приехать, а его очень сильно попасть. Майкл Лопат, опять забыли, насчет того, что СССР 25 лет, все переживут, но если вы не раз больной, то не совсем так. Современные СССР стали гораздо хуже, чем были. Почему? Потому что там идет плохо, что еще не память и сейчас. Сейчас на одну ячейку они подзаписывают уже 5, 8, 20 бит. И у них вот этот цикл предательства количества все меньше, 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 и они не проживут при хорошей работе долго и все. Переход на 3D. Не от форм фактора зависит от того, чего это праздник. На каждом выходит то, что вы покупаете по соотношению цена там, вот это, если вы смотрите количество предательства, если вы не встречаете форму MPP, если вы не смотрите, вы вполне себе можете словить свою выгоду. Вы человек, у которого SSD-шек, сдохло, не знаю, лично в том буху, там их 50. Вот ко мне там есть компания, которая инвестиционной безопасности играет, они тоже любят, они не каждый СССР, что они сказали, что они не могут сказать, они собирают коллекции, они там не любят эту работу. А вот это вот. Так что нет, нет, это проблема есть. Вот еще, еще один давайте вопрос. Да, Виктор, вы вначале по работе Microsoft, что на экзамене такого нет, то есть там сказано, что пользователь может пользоваться любой Нет, вы сказали, что на экзамене должен быть обязательно Microsoft Office. Этого нет. Причем я поясню для всех собравшихся, если кто не в теме, что в 9 классах экзамен по информатике на втором месте по популярности среди выборов после общества знаний. Это не то, что школьники интересуются информатикой. А дело в том, что там очень низкий порог. 5 баллов. И самое интересное, когда 30, 40, 50 учеников приходят на экзамен, одно из требований – приносить ноутбуки и компьютеры с собой, потому что одна школа в состоянии обеспечить. И то, что ученик получает, это совсем не то, что он видел на уроках. Так что он изучал Microsoft, ему стоит LibreOffice или наоборот. Так что тут проблема, конечно, я говорю по поводу того, что...
тот наш школа, который занят в ППН, пункт предельных занятий, она обязана обеспечить всем. То есть если ученик изучает добросовестность, она обязана ее предоставить. Ну, технически это невыполнимо. У школы таких компьютеров нет. Программы наши не будут. Давайте мы отложим немножко на следующий год, потому что движение в этом направлении идет. Я думаю, что 17 декабря 2019 года получили новые справки на методические рекомендации по реализации права образования среды в том числе. Я думаю, что и по ДДУП в ближайшее время тоже вопрос будет справками носиться, и ну, не завтра, но появится что-то, что поможет нам вокруг российского. Еще один короткий или дискуссия? При изучении программирования там предлагают разные программы по физике, Нет, я понял, ладно, да, это все просто, я говорю, ребята, что я лично. А что, звук идет, что ли? Сама идет? Или это не с USB? Коллеги, я представляю Российский государственный социальный университет и сделал введение. Все последующие презентации, которые мы показываете, должны быть два человека, я, Юрий Алексей, и Сенин Владимир Вольфович, но он не сможет в этом присутствовать. Вот. Первая часть презентации – это будет использование СПО в учебном процессе, примеры разработки партийной инстанции. Зачем все это нужно? В нашем университете усиливается кружок роботехники, конструирования и тому подобное. В данном кружке все студенты, которые интересуются своими профильными дисциплинами и профильными направлениями, получают дополнительные знания, навыки и компетенции, которые они будут в дальнейшем своей жизни в какой-то организации, в которой они будут дальше работать, использовать. Вот. Все эти дополнительные, которые будут рассказывать сегодня разработки, они видите, как имеются проектные, дипломные проекты. То есть первый доклад метастанции развивает, это дипломный проект магистра, бакалавриата 4-го курса, направление ИСТИ. И посмотрите, что проекты связаны с дипломными проектами. Вот. Цель данной работы – видеть направление использования свободного программного обеспечения и учебного процесса. При обучении студентов по подготовки, такие как ИСТИ, ИВТ, ПИНИ, все это относится к сертификатору 0.9. На дополнительном компьютере Raspberry Pi. И актуальность. Почему актуальность? Потому что инженерное образование активно развивается в России в течение последних нескольких лет. То есть выделяется большое количество средств для организации крупных робототехников, то есть открываются технопарки, кванторинг и тому подобное. Например, в нашем ВУЗе имеется практически как на третьем месте по объему технопарков в Москве.
Адзенопарк под разных возможностей. Он располагается на двух зданиях, на Беговой, имея это двухэтажное здание, и также на Гемпика, тоже двухэтажное здание, где могут ученики школ развивать своих знаний. То есть там имеется и робототехника, виртуальная реальность, 3D-моделирование и прочие другие интересные занятия. То есть таким образом интенсивное обучение современной технологии бывает все больше возраст, только школьный и пенсионный. То же самое и в вузах проходят так называемые московские долголетия. То есть люди преклонных возрастов могут приходить и изучать какие-то современные технологии. Это такие как IT, другие интересности. То есть само это образование и получение знаний, оно идет от дошкольного до пенсионного. То есть далее, вот, следовательно, основательно руководство страны являются русские программы преподавания. Подчиненные медицины забавили, что последний год назвали ГОС, то есть ВПО 2, ГОС 3, ГОС 3 плюс, и как одного уже пришел ГОС 3, 2 плюса. Позволяющий как раз с профессиональными стандартами образования. Вот. И профессиональные компетенции, которые, в принципе, изучают, часть компетенции, осваивают навыки на высшей технике, это способность ПК-5, ПК-2, ПК-13 и там подобное, ряд других дополнительных. Не только на своих занятиях, но еще дополнительно на кружках. Вот. И программа «Обратная платформа освоения профессиональной компетенции». Их существует большое количество, много. Например, Arduino, Disco.js, Raspberry Pi и прочие другие платформы. Например, для направлений STIC, то есть информационной системы технологии, то есть необходимо еще и устройство базы данных, информационной системы и подобное. И сейчас у нас используется уже и платформа Raspberry Pi, так как на Python можно спокойно реализовать SQLite базу данных. Arduino ISC, это является более такой стандартного уровня, что все знающие люди, все спокойные студенты, могут на них наработать. Все направления, что и ВТ, и СТ, и ПИНы, как раз необходимы для программной инженерии. Вот. И как раз вот от начала самого доклада, Raspberry Pi. То есть все мы знаем, что это Raspberry Pi, это платный компьютер, с ним банковские карты, существуют как привезли пешки большие, маленькие версии ЦРОшки, как имеет половина размера и тому подобное. Вот, естественно, физики тоже, знаете. И вот функционал. То есть сама эта работа метастанции, это выполнена студентом этих четырех курсов, правительства. В принципе, для знаний, которые он получил за обучение, достаточно для создания такого вот дипломного проекта метастанции. То есть используется сама плата Raspberry Pi, используется датчик температуры влажности для чтения единицы производства амперки, и при помощи позаданного SQLite собирается данные, аккумулируется и выводится на экран при помощи веб-интерфейса. Вот. Использованные компоненты, готовое устройство и схема. Сама схема получается как работа двух режимов. Магнитический режим, который при изменении напряжения на пино, на пине самого устройства, либо автоматический режим включается, если имеется единица, либо ручной режим 0. То есть автоматически запись показателей базы данных каждое определенное время, и ручные просмотры данных базы данных и запись показателей. Свободный модуль, который используется, например, для занятия приложения класс, SQLite, база данных, или для визуализации данных на плат. Матбук клип. Для того, чтобы визуализировать информацию, полученную в базе данных, в виде графика, инстаграма и тому подобное. В данном случае используется график. И программа вход на языке Python. Сам графический интерфейс, состоящий из главного экрана, станет получение данных, просмотра данных и построить график. График вводится в этой версии в графическом виде картинки большого разрешения, что можно ее скачать и посмотреть все необходимые данные. Репозиторий, где находится этот проект, и выводы.